Ajanulambita bhujau kanaka budhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksha Vishambaru dijavaru jagadharma palau Bande jagat priyakaru karuna avataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tavapad Pankajam Sura Surair Vandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Bhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangumada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Pagi Shajusho Badane Lakshmir Jashacha Bhakshashi Jasyasti Hidaya Sambhid Tvam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Nibritta Tarsai Rupagiya Manat Babu Chadat Tattva Nibritta Tarsai Rupagiya Manat Babu Shadat Shatta Bano Viraman Kautam Sloko Gunanu Bhadat Biramito Bina Pashugna Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad Paramahamsa Jagadguru сказал. Постепенно весь мир, этот мир, отдаляется все дальше от абсолютной истины. Шрила Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру, сказал, постепенно материальный мир все дальше отдаляется от абсолютной истины. Он уже отдалился настолько, что даже если Садгуру и Вайшнавы говорят абсолютную истину, люди этого мира не хотят слушать ее, испытывают страх и возмущение. Почему этот Саду говорит такое? Потому что абсолютная истина открывает истинное положение вещей. Но, как правило, люди не готовы принять все таким, как оно есть. Они не хотят, чтобы нарушали их покой, их привычный, комфортный образ жизни. Именно поэтому Прабхупад и говорит, что в этом мире становится все меньше харикатхи. Повсюду дефицит харикатхи. Если где-то звучит харикатха и киртан, они не являются абсолютной истиной, поскольку направлены на корыстные интересы.
Почему же в этом мире существует такая большая проблема нехватки харикатхи? Потому что мы хотим прогнать гуру и вайшнавов, изгнать их из общества вайшнавов. Чистых преданных мы хотим изгнать из храма. Именно поэтому и не хватает харикатхи. Там, где находится чистый преданный, и есть Гаудия Матх. Настоящий преданный. Часто мы видим, что преданные находятся отдельно от Матха, не живут в Матхах. Но в действительности они по-настоящему живут в Чайтанья Матхе, в Матхе, который установил Шрила Прабхупада. Гаудия Матх не отличен от Чайтаньи Махапрабху. Он источник Чайтанья Васту. Гаудия Матх дает нам возможность выйти из материального мира и достигнуть трансцендентного. Но если мы приносим в Гаудия Матх свое тело, то есть мы телом живем в Матхе, грязным материальным телом, которая состоит из плоти, крови, которая будет источать ужасный запах после смерти. Это не значит, что вы живете в Матхе. Если вы живете там лишь телом, вы вне Матха. Поскольку жить в Гаудия Матхе не так-то просто, не каждый может это. Шрила Прабхупада говорил, что никто, Гурупад Падма говорил, что невозможно управлять Гаудия Матхом, не следуя в точности Бхактивинода Такуру и Шриле Прабхупаде. Без строгого следования Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактивинода Такуру никто не сможет жить в Гаудия Матхе. Как правило, люди думают, что Гаудия Матх — это определенное здание, которое состоит из кирпичей, цемента, камней, песка. Люди думают, что это и есть Чайтанья Матх. И приходят туда в действительности для того, чтобы наслаждаться. Они эксплуатируют Матх. Как это делают политические лидеры, они эксплуатируют народ. А взамен ничего не дают им. Итак, здание Матха не есть подлинное Чайтанья Матх. Некоторые после ухода Шрилы Бхактипрагьян Кешава, Госвами Махараджи и других учеников Шрилы Прабхупады из Чайтанья Матха утверждали, что они полностью покинули Матх. Но Шрила Кешава, Госвами Махарадж говорил, если отец посылает своего сына, давай ему какое-то задание, посылает его
куда-то. Сыну приходится покинуть дом для того, чтобы исполнить задание отца. Если его начнут за это критиковать, что ты же не живешь с отцом, ты покинул его дом, а дома остались его братья, которые живут с отцом, хоть и живут с отцом, но используют его деньги и ресурсы. Так вот, что есть настоящая жизнь в Мадхе? Кто по-настоящему живет с отцом? Тот, кто служит ему. Вчера я говорил о том, что необходимо осознать, что есть Гуру Таттва. Прабхупад часто говорил, кто может видеть деяния Гуру Дева? Тот, кто видит Гурудева повсюду, тот, кто чувствует Гурудева, несмотря на то, что он покинул этот мир, возможно, 20-30 лет назад. Порой Гурудев сидел в преклонном возрасте, опираясь на подушку и вытягивая ноги. И это изображение Гурудева в нашем сердце. Оно настолько... Стопы Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа настолько мягкие, подобно маслу. Настолько нежные. In the name of Guru Seva, if we are going to engage Guru, так вот, если мы видим Гуру Дева повсюду, мы 100% достигнем успеха. Иногда мы не придаем значения молодым преданным. Нам кажется, что старшинству должно быть отдан приоритет. Но в действительности это материальная концепция. К примеру, Хираньякашипу не смог понять, что его 5-летний сын, Прахлад Махарадж, настоящий гуру. Он опирался на мирские понятия, что он является отцом, что он царь, что он гораздо старше Прахлада. Так вот, мы судим о Гуру Таттве по привычным нам понятиям, то есть опираясь на свои собственные суждения. Вот этот гуру не так уж прославлен, у него нет ни собственного храма, ни учеников. И в соответствии с нашими представлениями, в таком случае, мы должны исключить из нашей гуру Парампара Шрилу Гуру Кишордас Бабджи Махараджа, поскольку у него не было ни храма, ни большого количества учеников. Это неверный процесс. Бхактивинода Такур говорил, что люди судят по себе, судят других по себе. И они принимают точку зрения других, лишь если она схожа с их точкой зрения. Но если
она противоречит их понятиям. Они отвергают таких людей. И в нашем понимании мы можем принимать и отвергать гуру, сменять гуру. Но Бхагаван Шри Кришна дал нам ясное понимание гуру-таттвы. А Хираньякашипу так и не смог понять, что Прахлад Махарадж — гуру. Шукадев Госвами, к примеру, когда ему было всего 16 лет, также является гуру. Выдающиеся мудрецы, которые были Параша, Рамуни, другие муни, риши, которые были значительно старше Шукадева, Дева Риши, Маха Риши, пришли к Шукадеву, чтобы слушать Харикатху из его уст. Конечно же, они не говорили ему: тебе всего 16 лет, ты должен сидеть внизу, ты не должен сидеть на Вьясасане. Но нам кажется, что старшинству должно быть отдан приоритет. Нам необходима Харикатха, иначе куда нам идти? Мы хотим защититься, хотим помощи, защиты от гуру и вайшнавов. Люди верят в гуру и вайшнавов и хотят их помощи. И если гуру и вайшнавы станут обманывать, куда пойдут эти невинные люди? Прахлад Махарадж, Хираньякашипу принимал Прахлада Махараджа до определенного момента. Он выражал ему свою отцовскую любовь до того момента, пока Прахлад Махарадж не начал говорить абсолютную истину. Но как только он заговорил об абсолютной истине, он был все равно, что яд, стал все равно, что яд для Хираньякашипу. Хираньякашипу хотел убить его. Но в чем была ошибка Прахлада? Лишь в том, что он говорил абсолютную истину. В нашем мире полно Хираньякашипу, полно раванов, кумбакарн, очень и очень много. Очень много шишупал. В играх Кришны всего один шишупал, но сейчас подобных ему можно встретить повсюду. Вчера мы слышали, как Бхагаван Шри Кришна говорил, что подлинный гуру — тот, кто способен дать нам прямые осознания, прямые чувства. Осознание очень важно. Мы можем выучить шастры, но пока мы не обретем чувство к Харинаму, пока мы не почувствуем его вкус, пока мы не прочувствуем Харикатху, мы не сможем также и ощутить вкус к Бхаджану. Вкус к Бхаджану, понимание Харикатхи и понимание Киртана необходимо. Есть так называемые преданные, которые to go through sastra, hear harikatha. Who can hear?
не заинтересованы в изучении шастра, слушании харикатхи, они думают, зачем нам это надо, тратить так много времени на харикатху. Как это возможно, слушать харикатху по 6 часов? Тем более сейчас жара или дожди идут. Мы не понимаем, но все эти внешние факторы являются проверкой Бхагавана. Бхагаван посылает нам жару, посылает ливни, препятствия на пути к харикатхе. Все это он делает для того, чтобы проверить нашу жажду обрести абсолютное благо. И в действительности эти препятствия чинит Майя Деви. Для того, чтобы мы не достигли уровня сознания, на котором она будет безвластна перед нами. Как мы слышали вчера, Бхагаван Шри Кришна сказал, что Садгуру способен дать прямые осознания севы. Это произойдет при условии, если ученик полностью сделал свое сердце полностью единым сердцем гуру. Существует три критерия, которые необходимы для того, чтобы это осуществилось, но мы не можем выполнить даже и один из них. Нам кажется Сиддханта чем-то слишком сложным. Это плохой признак. Мы не испытываем интереса к Сиддханте, к ее слушанию харикатхи, это очень плохой признак. Ведь без осознания Сиддханты мы не задержимся долго на пути баджана. Хотя можно год за годом совершать баджан. Сейчас это можно много где видеть, как те, кто проповедует, стремятся держать своих слушателей в тьме невидения. Потому что так проще. Люди будут приносить пожертвования и не будут видеть недостатков проповедника. Видеть недостатки проповедника. К примеру, не очень-то практично хранить библиотеку в Матхе. Кто-нибудь может своровать что-нибудь. И но в Чайтанья-чаритамрите сказано, не осознав Сиддханта Вичар, вы не сможете совершать баджан. Гуру татва, вайшнава татва, самбанда биде, прайоджана татва. Их понимание должно стать зрелым в нас. Сейчас много так называемых проповедников, которые настолько милостивы, что держат своих слушателей в тьме неведения. Но такие гуру, как Прабхупада, способны Yesterday I was speaking. There is
обогатить наше сердце Дивьягьяной и способствовать прогрессу нашего баджана. Итак, существует определение Шуда Бхакти и определение Бхакти обычного. Эта шлока объясняет, что есть чистая бхакти. И в шастрах много таких шлок, которые объясняют, что необходимо совершать настоящий баджан. Но также существует обычный баджан. Когда люди не понимают, что и для чего они делают. Можно давать пожертвования, можно заниматься благотворительной деятельностью, строить колодцы для бедных. Это то, что я называю обычным баджаном. Оно, такая подобная деятельность может развить в нас тенденцию служить и в какой-то степени способствовать началу баджана. Но Прабхупад объясняет, что подлинная бхакти, бхакти, которая станет, бхакти, которая поможет постоянно памятовать о Господе, бхакти, которая постоянно будет побуждать нас из сердца служить Бхагавану, при любых обстоятельствах, если нас обманут, если нас побьют, если что-то еще произойдет, ни при каких условиях мы не сможем забыть Бхагавана. Вспомните случай с Харидас Такуром. Даже во сне невозможно представить, какие испытания выпали на долю Харидас Такура. Он был совершенно ни в чем не виноват. Лишь из-за того, что он воспевал Харинам, мусульманский царь приговорил его к такому жестокому наказанию, к избиению на 22 базарных площадях. Его избивали плетками прилюдно. Почему? За что? Лишь за то, что он хотел повторять Харинам. Лишь потому, что он осознал, что Харинам — это высшее, что есть во всех мирах. Но мусульмане так жестоко наказали его. Однако Харидас Такур абсолютно не жаловался. Даже в таких страданиях, казалось бы, он не прекращал повторять Харинам. Более того, он сказал, даже если вы разрубите мое тело на кусочки, я не прекращу воспевать Харинам. Понимаете? Я не прекращу повторять Харинам и говорить Харикатхо. Это и есть настоящая привязанность к Бхагавану. Это и есть настоящие отношения с Господом. Шримати Радхарани ни при каких обстоятельствах не оставит Харибаджан. Сколько бы трудностей, сколько бы боли ей не приходилось терпеть,
она не оставит бхакти. А Шрила Прабхупада хотели убить на протяжении его жизни много раз за то, что он говорил абсолютную истину. К примеру, случай Бхактивинода Такур после обеда устраивал чтение Бхагаваты, но ему нужно было уехать в Калькутту, и он попросил Бхактисиддханта Сарасвати заменить его. По приказанию Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупада начал чтение. Но присутствующие там сахаджи и так разгневались, что не стали его слушать и посреди харикатхи встали и ушли. Более того, они задумали план, как убить Шрилу Прабхупаду. Бхактивинода Такур вернулся с Калькутты. Сегодня, хоть я и приехал, я думаю, что лучше ты продолжай чтение, а завтра я уже буду это делать я. Бхактивинода Такур пришел на харикатху к Шриле Прабхупаде и увидел, что почти не осталось слушателей. Где все? Удивился Бхактивинода Такур. Но услышав комментарии Прабхупады, Бхактивинода Такур понял: а, так вот почему все они ушли. Вот почему они больше не приходят. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати говорил об абсолютной истине. Люди готовы слушать о смешанном процессе, то есть о бхакти, в котором есть место для майи, наслаждений. И люди готовы отдать жизнь за такую харикатху, будут готовы отдать жизнь за вас, потому что вы обманываете их. Но если вы по-настоящему захотите защитить их, они убьют вас. That Harikatha Kirtan is the first and foremost thing. It is most important. And if you are doing everything for my satisfaction, если вы делаете все возможное для моего удовлетворения, говорит Бхагаван Шри Кришна Удаве. Когда мой преданный повторяет, когда мой преданный говорит харикатху, я присутствую там, где он находится. Я там, где звучит харикатха моего чистого преданного. Когда от всего сердца он говорит харикатху и воспевает киртан, я присутствую там. Это стопроцентная правда. Безусловная правда. Таково обещание Бхагавана. Гаян,
Харикатха, Иисус чистого преданного, способна очистить все 14 миров. Мои преданные следуют всевозможным вратам, таким как Экадыши и Авирбавы, моих спутников. Преданный не станет молчать. Поэтому, когда Прабхупада покинул материальный мир, в последние дни Шрила Прабхупады доктор предупреждал, что ему нельзя говорить, иначе это плохо отразится на его здоровье. Но Прабхупад в последние свои дни сказал: «Мне не разрешают говорить Харикатху, а Харикатха — моя жизнь. Так как же мне прекратить говорить Харикатху?» Прежде всего необходимо слушать, затем памятовать об этом. Если вы не сможете памятовать о том, что услышали о Харикатхе, то в таком случае она бессмысленна. Ваше слушание бессмысленно. Все, что вы услышали от Гуру Варги, необходимо запомнить. Памятуя о моих деяниях, лилах, и соблюдая день моего явления. Приняв прибежище у моих стоп, направляй каждое свое действие на то, чтобы удовлетворить меня. И тогда ты обретешь, разовьешь ништха-бхакти. Бхакти, которую невозможно пошатнуть. И важный момент, если ты хочешь постоянно памятовать обо мне, помните шлока, с которой я начал? Можно испытывать жажду к материальному образованию или к деньгам. Но в Бхагавад Махапуране говорится о жажде. Говорится о том, что если вы хотите избавиться от всей этой ерунды, поскольку материальные желания способствуют нашей деградации. В
деградация нашего сознания. Так вот, тот, кто по-настоящему хочет выйти из оков, выбраться из оков материального мира, единственное лекарство, которое поможет им в этом, трансцендентная, нектарная харикатха. Кто, кроме жестокосердных людей, откажется слушать харикатху? Те, кто жестоко способны убить животное, жестокие охотники, не станут слушать харикатху. Бхагаван объясняет, что харикатха необычайно важна. Харикатха, которая исходит с уст чистого преданного, это единственное лекарство. Если мы сами призываем проблему в свою жизнь, мы откажемся от харикатхи. Но баджан — это практика, и эмоция не равнозначная преданности. Это не одно и то же. Бхакти можно обрести при помощи общения с чистым преданным. Бхакти невозможно купить на базаре. Его можно получить только от преданного. Коренная причина Кришна Бхакти — благоприятное общение, чистое общение, сатсанга. Сатсангу необходимо совершать всю жизнь. На протяжении всей жизни необходимо находиться в сатсанге, поскольку ее недостаток, куда бы вы ни пошли, если у вас в нашей жизни не будет сатсанги, вы окажетесь в пустыне, в которой нет ничего, кроме палящего солнца, нет воды. Полная засуха. Итак, чистая сатсанга непременно дарует нам чистое бхакти, но при условии, что сатсанга будет безупречна. That is why in written, it is written in Chaitanya Charitamrita,
Поэтому в Чайтанья-чаритамрите сказано, коренная причина Кришна-бхакти – саду-санга, но мы ради собственного положения, ради собственной славы, готовы отказаться от собственного гуру для того, чтобы наш бизнес развивался. Все мы сейчас занимаемся бизнесом, а не преданным служением. Конечно же, мы ради осуществления своих корыстных целей не хотим, чтобы гуру и вайшнавы постоянно наблюдали за нами. Мы не готовы открыть чистым преданным свои дела. И, конечно, нам проще прогнать их. Чистый преданный, лишь взглянув на человека, может понять, что в его сердце. А если прогнать чистых преданных, то можно легко наслаждаться и делать все, что захочется. процентов это людей этого мира — материалисты. Сколько преданных среди, сколько преданных, которые способны понять Харикатху Прабхупады, которые хотят исполнить желание Прабхупады среди населения этого мира? Сколько среди всех людей, живущих в этом мире, можно найти тех, кто готов, кто способен понять Харикатху Прабхупады? Итак, люди, прикрываясь сатсангой, думая, что они совершают сатсангу, наслаждаются жизнью. Но в шастра говорится, сатсанга никогда не бывает напрасной. Это неопровержимое заявление шастр. Но лишь если я совершаю подлинную сатсангу. К примеру, если вы выпьете яд, сами не зная того, он подействует на вас. Или если, то есть, но и яд не станет, и, конечно же, яд подействует, даже несмотря на то, что вы не знали, что выпили яд. Точно так же, если маленький ребенок играет с огнем, огонь не пожалеет его из-за его юного возраста, он обожжет его. И точно так же нам придется страдать, если мы находимся в асатсанге. Нам придется пожинать плоды каждого своего поступка. Итак, совершенно точно шастры заявляют, что сатсанга не бывает напрасной. Говорится, что секунда, поделенная на 11 частей, такого времени более чем достаточно, чтобы достичь Галока Дхамы. Доли секунды общения с подлинным преданным достаточно для того, чтобы достигнуть Галока Вриндаваны. Тот, кто совершает сатсангу, тот, кто постоянно памятует обо мне. Сатсанга очень могущественна. Благодаря ей невозможно забыть о Бхагаване.
it is reading, Mai satsanga labdhaya bhaktya sa bhaktaha mam upasita. Je mam dhyata, follow. Sa sadbhir darshitam me padam anjasa. They can indicate, those who are pure devotees, they have information about the whereabout of the lotus feet of Bhagavan. So they can say, there is Bhagavan lotus feet, you go there. Чистые преданные могут указать на направление, в котором можно обрести лотосные стопы Бхагавана. Итак, саду никогда не станет указывать вам ложный путь. Если вы будете искренне, он обязательно укажет вам на путь, при помощи которого вы сможете достигнуть Бхагавана уже в этой жизни, и вам не придется рождаться в материальном мире вновь. Саду укажет, где мои лотосные стопы, говорит Господь. Loveful relation with me is the most vital factor. Любовные взаимоотношения со мной — самое главное. I told one incident, what happened in Jalandhar. Как-то раз я вам рассказывала историю, произошедшую в Джаландаре. Одна пожилая матаджа обратилась к Шриле Бхакти Дайта Мадху и Госвами Махараджу и сказала, я начала приходить в храм еще в своем детстве, юности. Каждый день я приходила в матх, но до сих пор так и не обрела любовь к Бхагавану. Я не обрела любовных взаимоотношений с ним. И тогда Махарадж спросил, «Матаджа, вы столько лет приходили в храм, но так и не смогли осознать отношения с Господом. Но вы очень хорошо осознаете свои отношения, свою связь с вашими внуками, сыновьями, дочерями. Но с Бхагаваном у вас отношений нет. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху говорит, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху с самого начала своей лилы вдохновлял людей повторять Харинам. Когда он был совсем маленьким, для того, чтобы успокоить его, люди повторяли Харинам, и он сразу же замолкал. И все деревенские матаджи приходили к нему и всегда воспевали харинам. А в конце своей жизни Махапрабху также вдохновлял людей повторять. А в конце Бхагаватам мы можем найти этот стих, где также провозглашается слава воспевания святого имени. Итак, с самого начала до конца лилы Махапрабху мы видим, как Махапрабху помогал людям повторять харинам. Он сам совершал санкиртану и вдохновлял на это окружающих. Даже птицы, звери начинали повторять святые имена. Целью Махапрабху было установить самбандха абидею прайоджану. Если вы со мной не согласны, почитайте читание Чайтанья Чаритамриту и читание Бхагавату.
Но, к сожалению, их не так просто понять. И, однако, если у вас получится сделать это уже в этой жизни, вы достигнете совершенства. Какой бы лила ни являл Чайтанья Махапрабху, находился он в Пури или Южной Индии, или шел в Северную Индию, во Вриндаван, в Северную Бенгалию, для того, чтобы встретиться в Рамкеле с Санатаной, с Рупой. Рамкель находится за Мальдой. Там была столица, в которой правил мусульманский правитель. Санатана и Рупа Госвами жили там. Так вот, куда бы ни шел Махапрабху, почитайте в Чайтанья Чаритамрите, всюду Махапрабху устанавливал самбанда Бидея Прайоджану. Также Бхагаван говорит: вы не знаете, кто я для вас. Вы не понимаете, кто я. Вы не понимаете, что я являюсь сердцем и душой всего мира, всего, что является Пракрита и Апракрита. Не было бы меня, был бы полный хаос. Но вы не понимаете, кто я. Вы ничего не можете понять. Вы стремитесь избежать, игнорировать меня. Это говорит Бхагаван Удаве. Я источник жизни. Так как же живое существо может отрезать взаимоотношения со мной, отказаться от взаимоотношений со мной, разорвать отношения со мной? Даже если она разозлится на Бхагавана и захочет прекратить всяческие отношения с ним, это невозможно. Хотите вы этого или не хотите, разорвать отношения с Бхагаваном невозможно, поскольку они вечны. Можно разорвать отношения с матерью, несмотря на то, что вы появились в этот мир из ее лона. Мы можем отказаться от отношений с ней. Точно так же, как можем отказаться отвергнуть Гаудия Матх. В Векале возможно все. Так вот, как можно разорвать отношения с матерью, из лона которой я появился в этот мир? Это же стыдно, стыдно сказать так. И точно так же, как можно отвергнуть отношения с Гаудия Матхом, с Прабхупадой? Это ужасное оскорбление, оскорбление, когда человек отказывается, преданный отказывается от связи с Гаудия Матхом, от которого он получил так много. Я думаю, такой преданный тяжело болен, если он способен заявлять подобное. Somebody can do some ritualistic
Есть преданные, которые привыкли к ритуалистической деятельности. Они ежедневно читают Бхагаватам. Но если при этом у них нет настроения служения, если они не служат саду, они не смогут обрести осознание. Итак, Чайтанья Махапрабху всюду провозглашал важность самбандха, биде и прайоджаны. Для того, чтобы осознать самбандху, необходимо обратиться к подлинному гуру, который прольет на нас свет знания. Наратан Дас Такур пишет: «Самбандха Джания». Осознав самбандху, один случай в пример. Один очень сильный, могучий боец пользовался почтением царя, со стороны царя. Но он поссорился со своей женой и оставил свою семью. У него были сыновья. Он был борцом рестлинга, рестлер. Царь был очень доволен им и содержал его. И этот боец совершенно не вспоминал свою семью. Для увеселения царя проводились бои, в которых этот боец принимал участие. Также проводились развлечения с быком, с разъяренным быком. Но когда его сын подрос, она обратилась к своему сыну. Мы очень бедны, нам не хватает денег. Если ты сможешь что-нибудь заработать, это очень поможет нашей семье. В то время царь устраивал бои. Сын вырос таким же сильным, как и отец. И мать вдохновила его принять участие в бою, который устраивал царь. Он был таким же сильным, высоким, крупным, как и отец. И по воле случая они встретились на одном ринге. Сын знал, что перед ним его отец, но отец не знал, что это его сын. Отец оставил сына, когда он был совсем маленький, поэтому он не смог его узнать. А сын знал, что это его отец, поскольку его мать рассказала об этом. И было абсолютно неясно, кто победит в этой битве.
Но случилось так, что он смог вонзить саблю в сердце своего сына. Конечно же, сын, поскольку сын знал, что перед ним его отец, он не мог так жестоко сражаться. Он не мог бы убить его. Но этот человек... Поэтому этот человек смог убить его. И когда... Нож оказался в сердце сына, он закричал: «Отец!» И этот человек был в шоке, он бросился помогать, спасать своего сына, уже ничего не мог поделать. И этот случай четко показывает значимость самбандха-гьяны. Пока у человека нет самбандха-гьяны, он легко может убить своего собственного сына, если он не знает, кто он такой. Но когда он понял, что это был его сын, он испытал ужаснейшее горе. Теперь вы понимаете значимость самбандха-гьяны, знания отношений, понимания отношений. Мы... Все, что наш баджан похож на игру. Потому что мы не осознаем отношения с Бхагаваном, кто он для нас. Итак, Мадхава Госвами Махарадж сказал той пожилой женщине: «По сей день вы так и не развеяли самбандха-гьяну». Именно поэтому вы равнодушны Господу. Лишь если вы осознаете свои отношения с Господом, вы сможете легко, беспрепятственно продвигаться в баджане. Мы сможем развить самбандха-гьяну благодаря саду-санге. Говорится, что многие демоны, благодаря сатсанге, обрели глубочайшую любовь ко мне, говорит Господь, и смогли достигнуть моих лотосных стоп. День за днем мы будем говорить об этом, обсуждать то, как это было возможно, как демоны смогли достигнуть лотосных стоп Господа. У них даже не было дикши, у них не было ничего, кроме самбандха-гьяны. Конечно, это исключительные случаи, поскольку без дикши это невозможно. Only by satsanga. So satsanga lobdhaya bhakta mai mam sa upasita sa vai me darshitam sadbhir anjasa bindate padam. Shri Uddhava Bhaja, now Uddhava asking. Sadhus tavo uttama sloko mataha kidrik vidaha prabhu. Ha, prabhu, you are glorifying all the time sadhu, sadhu, sadhu. Прабху, ты постоянно говоришь саду, 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 ты постоянно прославляешь саду. Но как же мне понять, кто есть саду? Каковы признаки саду? Этот вопрос задает Удава Бхагавану Шри Кришне. Как один саду выражает почтение другому саду? Как
Кидриси, how and when we can realize sadhu and how we can get. Как и когда мы сможем узнать саду? To know you, to develop this kind of bhakti, to love you, because to love you not possible because we cannot see you. Uddhava can see Krishna. I am speaking for myself. I mean for we are speaking. We cannot see where is Bhagavan. We cannot see. Как мы размышляем? Мы не можем видеть Бхагавана. Где он? Где Бхагаван? Как он выглядит? Каково его деяние? Мы ничего не знаем об этом, поскольку никогда не видели его. Поэтому мы и не понимаем его превосходства. Мы понимаем значимость денег, понимаем значимость наших мужей и жен, понимаем значимость в нашей жизни детей и так далее. Матери не нужно напоминать, что она должна заботиться о своем ребенке. Ее забота естественна. Жена заботится о муже естественным образом, потому что между ними установлены отношения. Если бы их не было, тогда и нельзя бы было назвать их отношения. Отношениями мужа и жены. В ведической традиции жена передается мужу. И только в таком случае она вручает себя мужу, и только тогда она может служить ему естественным образом. Когда девушка выдает замуж, она думает, вот мой отец выдает меня замуж за него. Но пока свадьба не произошла, не состоялась, девушка не начинает служить своему будущему мужу. Смысл в том, что невеста вручает себя в руки жениха. То есть жена предается мужу. И тогда эти отношения... Узаконены, и, естественно, у жены появляется стремление служить своему мужу. Махапрабху приводит пример. Он говорит, вы знаете, насколько сильным должно быть наше влечение к Кришне? С внешней точки зрения кажется, что блудница то есть непристойная женщина, вроде бы и замужем за определенным мужчиной, но постоянно думает о другом. Неверная жена. Внешне она, казалось бы, выполняет хозяйство, ведет хозяйство, делает дома по дому, заботится о детях, о муже, но постоянно думает о любовнике. Она, казалось бы, совершает повседневную деятельность домохозяйки, но ее ум постоянно с любовником. Она думает о их встрече, о том, как они будут наслаждаться вместе. Может показаться, что это очень грязный пример, но в действительности то, что кажется самым грязным в этом мире, является, занимает высочайшее положение в мире трансцендентном. Все перевернуто с ног на голову. Отношение Кришны и Гопи — самое высшее, что только может быть во всех мирах.
Но здесь подобные отношения нам кажутся порочными и вызывают отвращение. Мы поклоняемся Кришне и пьем чаранамриту со стоп гопи. Итак, Махапрабху приводит этот простейший пример, чтобы каждый смог его понять. Он осознавал, что не каждый сможет понять высокую сиддханту, и поэтому приводит такой пример. Это неверная жена спрашивает своего мужа: «О, сегодня ты опоздал с работы, пришел позже, я очень переживала за тебя». А в уме, она говорит это, но в уме думает: «О, если с тобой что-то случилось, ты бы умер, и я бы беспрепятственно вышла замуж за того человека, за своего любовника». Удава обращается к Кришне различными восхвалениями: «Ты Джаганат, повелитель этого мира». Но на самом деле между Кришной и Удавой дружеские отношения. Но поскольку сейчас Кришна в последний раз дает наставление Удаве, совсем скоро он покинет этот мир, Удава Махарадж расстроен и выражает свое почтение Господу. Он думает: у нас были с ним такие близкие отношения, но сейчас-то я понимаю, кто я, а кто он. Он повелитель всех миров. Прежде его не посещали подобные мысли. Но сейчас он ясно осознает, что Кришна — Господь всего мира. И чувствует, смущается своего ничтожного положения. Поэтому он со смирением, с настроением ученика задает вопрос Кришне. Кришна и Арджуна также были близкими друзьями. Они подшучивали друг над другом. Но когда Арджуна увидел Вишварупу, Вишварупу Кришны, его руки затряслись. Он был поражен. Представляете размеры космоса? Между от одной звезды до другой, от одной планеты до другой миллиарды километров. Окажись вы там, в открытом космосе, никто не поможет вам, никто не защитит вас. И подобные мысли помогают нам понять, насколько мы зависимы, насколько ничтожно наше положение. Сейчас мы думаем, что деньги смогут защитить нас, наши отношения и так далее. Но когда вы увидите ясное положение вещей в этом мире, все таким, как оно есть, вы поймете, что мы абсолютно не защищены. В материальном мире я мог бы быть под защитой Бхагавана, но
этого, но я сама отказываюсь от этого, полагаясь на деньги. Итак, сейчас Удава Махарадж всячески восхваляет Кришну. Прославляет его. Ты Джаганнат, ты Джагат Прабху. Никогда прежде он так не говорил, так не обращался к Кришне. Да, конечно, он обладал почтением к нему, но сейчас он подчеркивает его превосходство. Сейчас он осознает, что совсем скоро Кришна покинет этот мир и отправится в свою вечную обитель, а он останется здесь, в этом мире. Он в отчаянии рыдал: «Пожалуйста, забери меня с собой, я не могу остаться без тебя». Но Кришна сказала: «Удав, ты любишь меня?» «Да». «Ты будешь слушаться меня?» «Да». «То, что я скажу, ты обязан исполнить. Ты не должен иметь отдельные от моих желания. Ты должен исполнить то, что я тебе прикажу. Я хочу, чтобы ты остался в этом мире». «Ну как же я останусь здесь без тебя?» — плачет Удава. «Ты должен остаться здесь, как мой представитель. Ты самый подходящий представитель меня». Так вот, могу ли я стать представителем Шрилы Бхакти Прамод Пури, Госвами Махарадж, Шрилы Прабхупады и всего Гаудия Матха? Все зависит от того, насколько я полагаюсь на свое ложное эго. Бхагаван наделяет силой Удаву для того, чтобы исполнить свое же наставление. Когда я покину этот мир, мир погрузится во тьму невежества. И кто же поможет людям? Ты должен остаться здесь. Должен остаться здесь, как мой представитель. Но как же я буду проповедовать? У меня нет ни знания, ничего бы то ни было еще. Удава. Нет во всех мирах равных тебе. И лишь из своего смирения ты говоришь, что не обладаешь никаким знанием. Хорошо, Господь, если ты не хочешь менять свое желание, тогда ты должен обучить меня. И так начинается разговор Удавы с Кришной. Он начинает задавать различные вопросы, а Кришна дает на них развернутые ответы. Бхагаван Шри Кришна хочет показать нам, что Удава не меньше, чем он сам. Представляет себя не меньше, чем сам Кришна. Что сердце их едино. Однако был один недостаток в Удаве. И он, конечно же, не виноват в этом. Он не обладал браджа-премой. И именно этому, сокровенным тайнам браджа-премы, хотел обучить Удаву Кришна. Before I leave him, before I am going,
Прежде чем я покину этот материальный мир, я устрою так. Чтобы он обрел прямые осознания. Как правило, простое слушание не дает осознания, необходимо действие, непосредственное действие. Но поскольку Кришна совершенен, Удава смог получить прямое сознание. Кришна наделил его силой сделать это. Конечно же, не при помощи никакой бы то ни было философии невозможно обрести Браджа-бхакти, обрести Браджа-бхакти. На этом я должен остановиться. Мне очень жаль, что у нас так мало времени. You can do some kirtan also. Can do some kirtan. So, nibritta tarshay rupagiyya manad, babushada chatra mano viramad, kautama sroka gunan vadad, virameto, bina prashugnat, vancha kalpatrusi kipasindu vivacha, patitanang papane bhavishna bhyo namo. Do some kirtan. First kirtan do. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Nitai Gaur Pramanam. All remember, don't forget. All you have to remember each and every word. Don't forget.
That is called bhakti. To forget is not bhakti. To remember is bhakti. Always you can remember what day, which day, what you hear. All you should remember. This can give you bhakti.